Елена Ивановна Свинухова, жительница аула Кашхабль, 13 апреля отметила почтенный юбилей, свое 90-летие. С этим праздником поздравить ее приехал глава Кашхабльского сельского поселения Хазрит Горсов. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас поздравляем с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, удачи. Сегодня по поручению главы района от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вот это вот поздравление вам. От нас, от Кашхабльского сельского поселения, этот конверт и эти цветы тоже вам. Желаю вам еще долго-долго жить здоровым, крепкими, чтобы вы так вот оставались все время. Как у большинства людей старшего поколения, у Елены Ивановны позади большой и трудный жизненный путь. Он пройден с честью и достоинством, уважением окружающих людей. Елена Ивановна является вдовой участника Великой Отечественной войны. Много лет проработала техперсоналом в семенной лаборатории. Воспитали с супругом двоих детей – сына Бориса и дочь Татьяну. Сегодня Елена Ивановна в окружении своих родных, это ее внуки и правнуки. Хочется пожелать ей крепкого здоровья и бодрости духа на долгие годы.